На всех про всех 42 квадратных метра. Эту квартиру семья Мартяхиных получила от государства как пострадавшая от паводка. Уже тогда у женщины было четверо детей. Сейчас домочадцев прибавилось. Самой маленькой Дарине всего полтора месяца. Главе семейства приходится работать на двух работах. Концы с концами удается сводить, но на льготную ипотеку не хватает. Моя мечта – это только вот большой дом или большая квартира. Больше я ни о чем не мечтаю сейчас уже. Тяжело мне, ничего не говорю. Но уже я не могу и от этих отказаться. Это уже будет для них вторым ударом в жизни, правильно? Не могу я, не могу. Дети в этой семье очень послушные. Никогда не жалуются на то, что приходится спать по двое, а иногда по трое. Больше всего стесненным условиям удивляются соседи. Семья хорошая. Никогда не было, чтобы кто-то говорил, что у них там пьют или гулянки, или что-то. Клушечка она. Дети всегда чистые. Хочется, как сказать, попросить помощи вот для этого человека. Вот она же ничего не просит, ни денег, она ни продуктов, никого ничего не просит. Она, были бы квадратные метры побольше, и слава богу. Стоит отметить, что городские власти об этой семье не знали, но пообещали посетить квартиру и ознакомиться с жилищными условиями. Если данные родители не состоят в очереди на получение жилья, тут же, например, согласно закону, мы им разъясняем, какие документы нужно давать, куда нужно обращаться. И параллельно мы об этой семье даем информацию в отдел жилищно-коммунального хозяйства города Уральска. Отметим, что многодетная семья имеет право на получение более вместительной жилплощади. Роман Копняев, Айбулат Джигапар, Александр Грабарев, ТДК 42.